приходит эта ночь и унесет сомнения прочь, когда со мною рядом будешь только ты. Зачем уходишь ты опять? Тебя боюсь я потерять. Без тебя весь мир такой пустой. Побудь со мною и согрей меня. Это замечательно, то, что ты моя на целом свете. Нет тебя милей. Все, что я не делаю для любви моей. Помнишь этот свет луны, где были только я и ты? Куда ушло все это? Зачем расстались мы? Сладкие минуты вспомнишь ты не раз. Все равно ко мне опять придешь. Побудь со мною и согрей меня. Это замечательно, то, что ты моя на целом свете. Нет тебя милей. Все, что я не делаю для любви моей. Будь со мною, будьте с нами, не переключайтесь, так как сегодня у меня в гостях у программы Unplugged группа Шериф, и сегодня те песни, которые вы привыкли слушать немножко в другом звучании, будут в Unplugged-овом варианте. Здравствуйте. Здравствуйте. Юра Саркисян, Юр, представьте, пожалуйста. Это Валера, мой брат родной. Саркисян. Да. Алексей, мой племянник. Всем привет. Саркисян. Да, но у нас еще не полный состав, у нас еще один брат есть, но правда, к сожалению, он просто сегодня не смог как бы... Сколько саркисянов вообще у вас в семье, если так считать? Еще парочка найдется, завалящих еще парочка есть. Ну да, да. Настроение хорошее, я так понимаю. Да, у нас всегда такое. Вообще, как звучат ваши песни в оригинале? Ну, для тех людей, которые, может быть, там... Ну, в оригинале у нас немножко, да, такая электронная музыка. У нас немного, как бы, стиль такой, как сказать, диско 80-х, скажем так, 90-х, когда были очень модные вот эти все электронные барабаны. Там, вот, как бы, у нас направление музыки именно такое. То есть, как бы, сейчас немножко мы уже сделали такой приближенный к такой дэнсовой попсе, скажем так. Вот, то есть, все на таком уровне. Понятно. Чем сейчас занимается группа «Шериф»? Мы сейчас пишем альбом новый, вот к следующему лету планируем как раз его и реализовать. Выступаем очень часто в клубах, и вот, наверное, вот, мы, наверное, к концу лета уже даже сделаем презентацию нашего альбома. У нас войдет туда
8-9 песен новых. Но из этого репертуара мы пока еще ничего играть не будем. Будем играть пока только старые песни, те, которые как бы были записаны в 90-х годах. Именно еще старым составом «Шериф» группы. То есть вот в то время уже пошло. Уже по-хорошему обкатанные и уже как бы да, четко выстреливающие. Да, да. Но правда, честно говоря, вот в таком как бы ракурсе немножко непривычно слышать даже мне звучание таких песен. Ну как, да. Интересно получается? Ну да, да. Так что-то есть такое. Кавер такое. Группа образовалась в 90-х, да? 91-й год. 91-й год. Сложные года. Сложные времена, да, ну, были? Ну да, да, как раз такие лихие 90-е. Но, тем не менее, творчество лихие 90-е. Да, но тем не менее, это как бы повлияло на нашу группу в том смысле, что мы как бы пришли к одному стилю музыки, тому, что вот именно такой танцевальный, такой диско-рок, скажем так. То есть у нас как бы элементы рока даже присутствуют. Потому что мы как бы сами люди, воспитанники все на роке. Вот, вот, Валера, Алексей, я как бы тоже на роке воспитывался. И... Я тоже не исключение. Вот, поэтому вот как бы из всего того, что сколько было услышано композиций и музыки вообще в жизни, мы сделали вот такие вот песни. То есть это все как бы вместе, чтобы они были мелодичные и в то же время общее уху доступны, скажем так, простые песни. Понятно. Чтобы немножко заинтриговать наших телезрителей, я сейчас предлагаю посмотреть всего 4 рекламных ролика на нашем телеканале, после чего продолжим. У меня в гостях группа «Шериф». Оставайтесь с нами.